Каспий Блюз. Первый открытый фестиваль авторской песни прошел в Махачкале на летней площадке Госфилармонии. Собрались как отдельные авторы-исполнители, так и известные музыкальные коллективы из Дербента, Махачкалы, Каспийска, из Бербаша, Москвы и Санкт-Петербурга. В этот день прозвучали песни в стиле бард, рок, блюз. Выступление участников оценивало жюри, состоящее из известных деятелей искусств Дагестана под председательством руководителя Союза музыкантов Республики Хана Баширова. По мнению организаторов, такие фестивали необходимы для молодых авторов. Они дают им и молодым коллективам возможность делиться своим творчеством с публикой. В итоге победителями, призерами стали 6 участников. Им вручили дипломы и денежные призы от спонсоров фестиваля. Это очень крутой способ, я считаю, показать свое творчество, показать свои мысли, донести до людей как бы свою идею и мировоззрение. Ну, поделиться просто своим видением, наверное, энергией своей.